Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать обратно на наш канал на YouTube. Прежде чем приступить к распаковке, давай посмотрим, что сегодня у меня на руке. Давно ношу Seiko, и это достойная модель из линейки. Начнем процесс. Посылка доставлена, настенные часы были заказаны 2 дня назад, и вот она на месте, очень быстрая доставка. Часы доставили в целости и сохранности, что очень радует. Это настенные часы Seiko Article QXA723A. Это новая очень удачная модель. Она поставляется с 2 разными цветами циферблата, черным и белым. Лично мне нравится черный циферблат больше, чем белый. На черном я лучше вижу время, но это мое личное мнение. У каждого по-своему. Белый смотрится тоже классно, мне нравится. Вообще я выбираю цвет циферблата под цвет стен дома. У меня светло-серые обои. Белый цвет, мне кажется, потеряется, а вот черный будет смотреться хорошо. Я рекомендую вам тоже ориентироваться на то, как выглядит ваш интерьер. Цвет циферблата выбирайте под цвет ваших стен, тогда все будет смотреться гармонично. Питание у этих часов от пальчиковых батареек. Вообще батарейка входит в комплект, но я ее не нашел, только потом увидел, что она лежит в специальном отсеке на коробке. После того, как я вытащил часы из коробки, я заметил, что стекло как будто помутневшее. Вы можете видеть это на видео. Я протер его безворсовой тряпкой, но оказалось, что помутнение с внутренней стороны стекла, видимо, в момент доставки от перепадов температур часы запотели. Это можно легко исправить, просто нужно быть осторожным, чтобы ничего не разбить и не уронить. Давайте ставим батарею в часы и проверим их. Да, они отлично работают. Обратите внимание на секундную стрелку. Она двигается бесшумно. Это специальный механизм фирмы Seiko. На рынке в основном все часы тикают и очень громко, мешают даже спать. Эти часы абсолютно бесшумные, и это мне нравится больше. Я знаю, что мне захочется проверить эти часы, потому что фирма очень известная и надежная. Моему молодому человеку тоже это интересно. Потому что я ранее покупала часы под Rolex, и они просто перестали работать. Я поставлю эти часы рядом, чтобы вы могли их сравнить, какие вам больше понравились. Надеюсь, что вам понравилось это видео, и оно было для вас полезно. Мы будем очень благодарны, если вы поставите лайк на это видео, подпишитесь на наш канал, не забудьте нажать колокольчик,